В эти минуты в Лас-Вегасе проходит одно из самых грандиозных событий в мире красоты – финал конкурса «Мисс Вселенная». До последнего этапа состязания добрались 16 девушек. Россию представляет 19-летняя Елизавета Голованова из Смоленской области. Самая обворожительная участница конкурса получит две короны – бриллиантовую и жемчужную, общей стоимостью в 270 тысяч долларов, а также грант на обучение в Нью-Йоркской школе кино и телевидения. И как только что стало известно, мисс Вселенной в этом году признана американка Оливия Калпа.